Это что за... Такой рэпкорчик получился, причем достаточно мощный. Как будто я на порнохабе. Всем привет, меня зовут Алекс МХБТЛ. И сегодня у нас будет... А я даже не знаю, что будет. На самом деле, вот последних несколько видеореакций у меня было чисто на группу Spirit Box. Ну так получилось. И тут у меня в рекомендациях попадается вот этот вот клип. И я читаю, что это фит вместе со Spirit Box. Какая-то Megan Thee Stallion. Трек называется «Кобра». Рок-ремикс. И это, получается, официальная визуализация. Я честно, я не знаю, кто это. Я не знаю, что это за трек. Из всей вот этой вот надписи я знаю группу Spirit Box. Все. Так, я хочу просто почитать, кто это такая. Меган Джован Рут Пит. Я надеюсь, что я правильно произношу. Более известная под своим сценическим псевдонимом Меган Thee Stallion. Это американская рэперша, певица и автор песен. Стала популярной благодаря видео с ее фристайлами в соцсетях. Короче, окей. Почитал какие-то комментарии, вроде люди довольны. Давайте уже смотреть. Меган Thee Stallion. Кобра. Рок ремикс. Фит Spirit Box. Перематываю на начало. Звук на максимум. А стоит ли его делать на максимум? Качество HD. Давайте смотреть эту визуализацию. Это что за... Скромная женщина вылезла из кобры. Да. И это я про музыку. Такой рэпкорчик получился. Причем достаточно мощный. Не, конечно, если эту визуализацию брать, она мне вообще не нравится. Ну, как будто я на порнохабе. Я не знаю. А это Кортни поет, да? Короче, если не смотрю на картинку, на этот видеоряд, мне песня прям вообще нравится. А на эту, извините, пошлятину я вообще не могу смотреть. Не, я в плане того, что если ты хочешь посмотреть что-то пошлое, для этого есть специальные сайты. Да. Блин, офигенный ремикс на самом деле. Какой же мощный. Я не ожидал, если честно, вообще не ожидал. Я ожидал всего, что угодно. Но я не ожидал, что будет настолько круто. Все. В общем, давайте я включу на фоне, чтобы играло что-то менее пошлое. Spirit Box Bleach Bath. Видеореакция была. Переходите в описание, все ссылочки, все будет. Повторюсь, я не ожидал, что будет настолько крутой результат. В данный момент прям хочется еще как минимум пару раз послушать этот трек. Только послушать. И, возможно, даже у меня есть желание добавить его в свой плейлист. Потому что действительно очень
крутая работа. Вот эта рэп-читка, она прям идеально вошла в эту песню. Точнее, наоборот, все случилось. То есть была какая-то песня, да, которая называется «Кобра», и Spirit Box ее переделали под рок-версию. И это смотрится настолько гармонично, как будто песня изначально так и задумывалась. И я просто в шоке нахожусь. Честно признаться, даже не все последние релизы чисто от Spirit Box вызывали у меня такие же эмоции. Но вот этот вот трек, он прям идеально зашел. Единственное, конечно, я повторюсь, и я, наверное, буду ворчливым стариком, но вот это вот, извините, пошлятину меня вообще не прикалывает смотреть. Я понимаю, для чего это делается, и как бы в рок-музыке тоже такое есть, но я лично не приветствую такое. Я говорю сейчас не про вырез, там, декольте или короткое платье. Вот что мы сейчас видели, когда смотрели эту визуализацию? Да она голая была. У меня там веревка одна была. Это что, это нормально вообще? Все видно. А трек крутой. Трек крутой. Ссылка на эту пошлятину будет в описании, но я надеюсь, что вы не будете смотреть, вы будете только слушать. Я надеюсь, что вам тоже зашел он. Спасибо вам огромное за то, что я вместе с вами послушал эту невероятную коллаборацию. И мы вместе открыли Spirit Box с новой стороны. В общем, еще раз вам спасибо огромное. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и увидимся с вами уже в следующей видеореакции. Всем пока! Okay, right? I'm winning, so nobody tripping. Bet if I ever fall off, everybody gon' miss.